Звонил Дрю, через пару минут вертолет будет здесь. Он тебе нравится? Да, кажется. Мне нравится Дрю. Он умен, напорист. Может привести компанию в 21 век и меня не бросит. Так в чем же дело? Мне он подходит, а вот тебе. Ваш роман похож на флирт двух рыбок. А я хочу, чтобы тебя захлестнула страсть. И ты летала, как на крыльях. Пела и танцевала от восторга. Вы врач? Как узнали? Сюда только врачи и ходят. Ты мне очень нравишься. Я стою у входа в твой дом, Билл. Где ты? Рядом. Кто ты такой? Представь себе тысячелетия, помноженные на вечность. И все это время на Земле был я. Покажешь мне свой мир, станешь моим проводником. А взамен я дам тебе время. Ты же сам пришел. Почему ко мне? Мне понравились в тебе страсть, энергия, желание поделиться счастьем. Я люблю. А мне на это наплевать! Я ее отец. Мне не нужно, Билл, спрашивать у тебя разрешение. А надо бы спросить!